Николая Дмитриенко Новосибирской области во главе замена. Всего были применено 4 замены в сектора юниоров в 14 дней. Анастасия Куркина и Андрей Дужак приглашаются на сегодня на день рождения. Одна минута 16,5 секунды. Время лидера первого сектора на отметке 500 метров. Дмитриенко, Новосибирская область. Достаточно большим отрывом лидирует в первом сектора. Лидер забега закончил первый километр дистанции на 2 минуты 37,5 секунды. Время лидера за 500 метров до финиша. Высота 1,82 сантиметра, 3 спортсмена поставили сетки, они и разыграют награды первенства. Наталья Аксенова, Алтайский край, Ирина Ильина, Москва и Маргарита Кумазина, Москва. Сергей Болотов, Владимирская область, возглавляет забег. Шесть кругов до финиша. Возглавляет забег Никита Валюхов, Иркутская область.
5 кругов до финиша, 1500 метров, 500 метров лидера Данилка 17 секунд. Thank you.
Вы сейчас только заканчиваете первые 2 километра дистанции. Минуты 33,9 километра за 500 метров на финише. Сергей Спиридонов, Москва, Чувашская республика, Санкт-Петербург. На второй позиции разместился Виталий Заварадов, Санкт-Петербург. И Владимир Шандор, Санкт-Петербург, бежит третий. Менее чем за 2 круга до финиша. Продолжаем.
все решится, конечно, на последнем круге дистанции. Николай Горин сейчас на третьей позиции.